Приехали на родину, в Азербайджан. Вот первые кадры. Добро пожаловать в Азербайджан. Ай, сал. Мы очень рады в Азербайджане вас встретить. Всегда рады, что вы приехали сюда. Так, вот доказательства. Мы гордимся с вами. Вы почетный гость, да? Гость Азербайджана, да. Да, да, да. Ай, сал, да. Дорогие друзья, я нахожусь в городе Сумгаити, между 9 и 10 микрорайоном. Улица называется улица Хаджибекова, Узеира. Сейчас немножечко сниму памятные места и вам покажу, да. Я забыл сказать, что со мной находится Имран Керимли, вы его все знаете. Вот он меня сопровождает по Сумгаиту. Подскажет, где что. Я уже все забыл, клянусь честное слово. Вот за моей спиной, он говорит, универмаг какой-то, 9 микрорайон. Кто помнит? Вот видите? Двухэтажный. Как? Двухэтажный. Двухэтажный. А, двухэтажный, видите? А там... Вот, а вот еще... Айгюн. Да, он предложил показать... Айгюн. Айгюн, это дворец свадьбы было. Да, сейчас поминки. Ну, известно, там раньше же было... Говори, говори. Раньше же было там несколько, да, там советских как бы дворцов. Ну, государственные, да, не было частных. Один из них был Айгюн. Вот, Гюрн Айгюн Дэдэ. Мы находимся сейчас в Сумгайском парке. Сам Амджан, погромче говори. В парке мы находимся, в парке Бидвесаги. Он сожжен в честь дружбы городов. Между городами Сумгаита и бывшим, сейчас уже нынешним Фейерге, да, городом, Бидвесаги. В честь дружбы этих городов. Это они подружились где-то в 77-м году, кажется. Вот это такой парк. А это для тех, кто не верит, да? Вот. Вот. Написано. Сумгаит достары замектарственным партнерным ведомым на хадидом. 2017 год. 2017 году. Заново. Вот этот парк Бидвесаги. Вывеска. Это, в общем, парк сооружен. Это в честь дружбы городов Сумгаита. Побратимые города. Побратимые города, да. Кстати, у Сумгаита много побратимых городов. Одна из них Костомукша. Это раньше было. Друзья, мы идем. Вот дворец химиков здесь есть. Она и площадь. Сейчас я вам покажу. Вот там за моей спиной. Видите? Это с советских времен осталось. Его отремонтировали. Ну отремонтировали, но он уже в советские времена тоже был. Ну, в конце где-то 80-х годов он его это. Ясно. Вот это ресторан «Зафарант». Когда сильно жарко, кушают вот здесь вот. Видите, тут даже на колесах. Я думаю, что тут где-то и движок должен быть. Сел и поехал. Я так думаю. Кто помнит, вот эта улица Дружбы отсюда начинается. Все сразу узнают, откуда я делаю съемку. Вот она. Это ведет дежурному. 14-этажка вот отсюда идет до дежурного магазина. До Самеда Бургуна идет. Денис Грагна. Да, да. Сейчас это проспект Кейдар-Али. Спасибо, что подсказали. Помните, я в одной песне начинал говорить, что у азербайджанцев нет мягкого языка. Вот, пожалуйста, вам пример. Видите, это мебель.
А в ту сторону, если пойти, дворец пионеров и 5-й микрорайон, где Таня Сергеева жила. Меня часто просят показать Айреев, Кривой дом. Вот он, Кривой дом. Его, правда, выровняли, но вот он был кривым. А это для тех, кто не верит, что это Айреев. Вот он. Сделали вывеску, кафе такое. Как видите, оно больше не наклонилось. Сейчас идем по улице Нариманова. С левой стороны у нас вот 45-й квартал, да? А с правой стороны 5-й микрорайон. Вот мы сейчас идем, как раз магазин был «Пионер». Он так и остался «Пионер», да? Вот. Я забыл сказать. Я вообще-то приехал в Нафталан, да, отдыхать. Но с Нафталана на 2 дня заехал сюда, чтобы вот Сумгаит снять. Ребята, очередь. Интересную вещь нашел. Очередь в книжный магазин. Вы не поверите, это очередь в книжный магазин. Да они учебники, наверное. Представляете? Это не за хлебом, это за книгами. Нет, это учебник у вас. Да, Хановлон, да, наш друг. Вот так вот. Да. Видите, как приятно. Сейчас это дом пионеров немножко переименовали, но все равно с детьми связано. Я вам сейчас покажу, какой он облик принял. Дворец пионеров. Вот он. Елки выросли до небес. Сергеевы, вас много? Таня, Варя, Надя, Юра, всех перечислять не буду. Вот ваш дом. Вот так вот сейчас он выглядит. Ваш балкон, по-моему, закрыт деревом. Ну, вот так вот, все равно. Что-то вам для вас родное. Вот какой-то магазин здесь стоит. Кошка не ваша? Побежала. Сергеевы, смотрите, турники остались с тех времен. Представляете, как закопали и выкопать не могут. Мы пришли в район, где был кинотеатр «Россия». Я вам показывал в последнее время, каким он был. Покажу и сейчас, что на этом месте. Вот на этом месте стоял кинотеатр «Россия». А здание Джертана, по-моему, осталось. За деревьями вот там можно увидеть. Не сломали. Вон там уже где-то прячется ресторан «Орбита». Вот такая погода сейчас. Какое сегодня число? Без разницы, 22 сентября. А я хожу в рубашечке. Ай, как хорошо, Сумгаитцы. Я сейчас стою слева от меня, 2-й микрорайон. А справа тоже 2-й. Это посередине, когда-то чайхана была. Я почему-то думал, что с правой стороны 3-й. Нет. Сейчас вот так вот выглядит площадь. Вот это 34-й квартал. А это тот универмаг, который на рынке. В прошлом году вот этого здания не было. Как грибы растут эти здания. Идем по Сумгаиту. В районе 34-го квартала. Этот мой родной дом. А все тут где-то? Слушай,
Мой дом отсюда, наверное, уже не видно. Вон он, видим, видим. Где? Вон угловой. Как раз там кто-то есть, представляете? Вон из моего окна кто-то выглядывает. Представляете? Вот здесь я жил. Я сейчас иду по улице Низами, где трамвай разворачивался возле рынка и шел в сторону СК. Вот я иду по этой улице. Там чуть подальше Анавиа Ушах Кафеси. Не задавили бы, а. Вот такая сейчас улица Низами стала. Вы поверили, вот он я иду. Нет, надо по встречной идти. Улицы. Когда-то здесь ходили трамваи, да? Сейчас трамваев нет. Продолжаем идти по улице Низами. Вот видите, Союз-печать когда-то было. Даже осталась запись, да? Нет, сейчас они, наверное, продают что-то другое. Просто... Но название такое же осталось, да? Союз-печать. Это Машадяш Б улица, видите? Да? Вот Машадяш Б. Да. Смотрите. В честь комиссара. Красный свет лжит. В Сумгайте, да, да, да. Видите, ничего не изменилось. Видите, как вещи повесили на улице. Пусть висит белый флаг. Белый флаг. Белый флаг. Вывесили белый флаг. Видите, прямо на улице. Кто помнит эти заборы? Сумгаитские. Видите? Вот тут когда-то была трамвайная остановка. Здесь собирались болельщики по футболу и все время спорили. Камеры не трясти, товарищи. Пойдемте дальше. Это улица Ленина была. Вот это. Улица Ленина была. Когда-то здесь очень много птиц было. Сложно было пройти. Дальше. Вот это улица Низами, где трамваи ходили. Ну, короче, это перекресток. Ну да. Пойдемте дальше. Вон, видите, дворец СК, в котором я когда-то играл. Театр. На бас-гитаре. Да. Друзья, я нахожусь во дворце СК, где когда-то начинал свою деятельность музыкальную. Сейчас тут света нет, правда. Но я вот на этой сцене играл. Меня пустили посмотреть. Сегодня будет спектакль. Да, вот сегодня спектакль будет, может быть, про Сумгаит. Любимый Сумгаит. Мой любимый Сумгаит. В общественном вечере. Вот я сейчас подойду к сцене и потрогаю ее рукой. Я вот здесь играл когда-то. Вот я и сцена. Видите? Это называется встреча с молодостью. А я думал, меня никто не знает. Не-не-не, я все время смотрю, тем более старый сумгаитец, это приятно. Обязательно посмотри музыканта сумгаита. Хорошо. Там очень много знакомых твоих встретишь. Хорошо. Очень... Томик, этот, Ширинов, Тофик. Да, то есть я вот с ними, со всеми как-то работаю. Ну как я работаю? Потому что многие умерли. Да. У нас был Манафов, Тофик. Этот гитарист был вообще от Бога. Ну и скрипач был. Тоже был. Ну что ты. Вот в этом фойе проходили елки. Да. А вон там, где это вдали пространство, вот там наша группа стояла, и мы живую музыку играли.
Вот в эти двери входили все дети и выходили. Как все интересно. Вот вам и дворец СКА. Пустили меня. Вы не поверите, меня узнали здесь. Сказали, за моим творчеством следят. Вот так вот зал, на котором... Зал, нет, вернее, сцена, на которой я играл. Вот здесь вот я как раз стоял, с этой стороны. Вот я иду по Сумгаиту, по Мейдану. Не путайте с Майданом, это Мейданды. Пришли на дамбу, которая новая построена. Видите, вот наше море. Может быть, кто-то свой квартал отсюда увидит. Откуда она идет? Вон оттуда, видите? Еще дальше идет, столько же надо пройти. Сейчас посмотрим, рыбаки что ловят здесь. Где мы стоим, да, сейчас? В этом месте был корабль. Еще дальше продлили эту дамбу, чтобы лучше было, чтобы корабль мог подойти даже. Сейчас посмотрим, что рыбаки ловят. Рыба есть? Опа-на! Смотрите, как волна пойдет. И это все Сумгаит. Волнорез лар. Это чайки. Черные. Это капитан корабля. Корабль должен скоро подойти. Капитан стоит в тюрьме. Конечно, а Сумгаити. Вот Балыхчи. Так что... Там вобла есть.
Зацепилась? Нет, трава еще. Трава? Это горсадовские растения. Смотрите, какие большие деревья выросли в горсаде. Это горсад или не горсад? Это парк на семи. Парк, да, на семи. Я в прошлый раз о нем рассказывал. Вот я опять вернулся сюда.